Спасибо. Знали ли вы песню? Да, да, действительно. Но на самом деле, вот мы вам исполнили оригинал, а Синатра спел уже, в общем-то, кавер-версию, конечно, с совершенно другой историей, с другим текстом. А Пол Анка просто однажды отдыхал под Парижем с женой, услышал песню «Comme d'habitude» на тот момент. Диск с этой песней уже стал платиновым во Франции. Ему понравилось, он сказал, куплю-ка я права на кавер-версию. Положил все это в сейфик и в нужный момент достал, написал текст и предложил Фрэнку Синатре. Такая вот история.